вчера русалочка была маленькой и клинкой, а теперь смотри, как выросла. А помнишь, как она в детстве любила играть в прятки? А как задорно она смеялась и ни о чем еще не переживала. Да, сложно представить, что дети когда-то вырастут и выйдут из своей ракушки навстречу бурям и штормам жизни. А ведь так хочется их уберечь от всех невзгод. И так тяжело отпускать своих детей в большое сольное плавание.